Благодаря Савашу Мерьем в третьей серии будет спасена, но из-за неразберихи она считает своим спасителем Октая, которого этот факт очень радует. Когда Мерьем приходит в себя в больнице, Октай делает все для того, чтобы отдалить девушку от Саваша. До Саваша доходит информация о близости Турана Мерьем. Он думает, что к этому причастен его собственный отец. Саваш, в свою очередь, решает добиться от Мерьем правды любой ценой и получить ответы на все свои вопросы.